Итак, добро пожаловать в студию Радио Велочебуратор. Пол-литровая мышь. Привет. Привет. Хочешь поиграть в мяч? Поиграть? Нет, не хочу. Не хочу. Ты случайно не видела, куда все пошли? Видела. Видела. Окей. И куда же они пошли? Ты заканчиваешь все предложения глаголом. Лучше прекращай заканчивать все предложения глаголом. А то что? А то я представлю все так, как будто ты меня убил. Слушай, я опоздал, потому что мне пришлось закрывать бар. А я никогда не закрываю бар. А сейчас вот закрыл, окей? Так что если хочешь жить, скажи, куда они пошли. Никогда. Хорош. Друган, хорош. Остановились все. Когда я играю вот это, вот тогда надо стучать по тарелкам. Нет, не так. Все равно неправильно. Что? Что ты сделал с тарелками? Добро пожаловать на шоу «Акулы». Сегодня будет очень интересно, потому что у нас в гостях Шустрик. Ну, вот и Шустрик. В общем, Шустрик. Он слева от меня. Живет в доме, рядом с Колчаном. И занимается он стрельбой из лука. Стрельбой из лука, мышь. Слышишь? Шустрик занимается стрельбой из лука. И он лучший. Он лучник, мышь. Лучник. Хорошее шоу. О, ты прав. Никакое это не хорошее шоу. Знаю, я тоже есть хочу. Но в холодильнике только рука и холодный телефон в морозилке. Да хватит уже метаться. Тут. Да, а теперь. Гоните деньги. Давайте, пацаны. Я серьезно. Гоните деньги. Шучу тут. С вами. Давайте сюда. Деньги давайте. О, боже, ну леопард жжет. Но. Шучу. Помираю с голода. Вернемся к мыши. Окей. Я засчитаю. Ну, типа до трех, окей? И все. Кто может дать мне денег, лучше сразу давайте, ясно? Вот, прямо сейчас, пацаны. Окей. Гоните деньги. И картошки фри дайте. Тут вроде жарко становится, нет?
Куда-нибудь подевались? Гоните картошку фри. Давайте-ка сюда бабло, а? Потому что... Тогда у меня будет бабло, окей? И тогда люди могли бы подходить ко мне. А я им скажу. Они скажут. Погодите, извините. Люди такие ко мне подходят, и говорят такие. Можно мне денег? Ну или бабок? А я им... Да нифига, чувак! Зашибись. Когда это случилось? Кто это был? Этот, с которым мы перестреливались? Я тоже не знаю. А где все? И почему? Этот не считается. Полицейский, здесь нельзя спать. Полицейский, здесь нельзя спать. Полицейский, нельзя здесь спать. Полицейский, здесь спать нельзя. Прекрати. Ты кто? Я не обязан объяснять, кто я. Не спрашивай, кто я. Ты меня не знаешь, тебе не нужно знать, кто я. Ты не знаешь, кто я. Не спрашивай, кто я. Ты не знаешь меня, тебе не нужно знать, кто я. Ты не знаешь, кто я. Знаю. Никто не знает, кто ты. Поздравляю. Я не должна говорить спасибо. Я сказала, что не должна говорить тебе спасибо. Я не должна говорить тебе спасибо. Я сказала, я не должна говорить тебе спасибо. Я не должна говорить тебе спасибо. О, это ты. Никто не играет со мной в мяч. Хорошо. Ничего не получается с работой в столовой. Я бы лучше целыми днями играла в мяч, чем работать в этой столовой с едой. Есть мысль хорошая. Расскажи. Уйди на улицу и встань на дороге. И останавливай все машины подряд. И зачем это? Будет круто. Надеюсь, ты понимаешь, как сильно тебе повезло, что ты со мной знаком. Ведь я невероятно невероятен. Ага. Понимаю. Слыхал, твоего зеленого друга сильно тянуло к цирковым собачкам. Я в курсе. И что новый парень получил кое-что. Вот что я слышал. Ты так много говоришь. Но я говорю об очевидном, поэтому в любом разговоре я на 100% прав. Ага, ты уверен, что получится? А хоть раз не получалось? Заметьте, я ни разу не использовал слово на букву «Х», потому что это слово отсутствует в моем лексиконе. Держи это подальше от меня, а иначе я ничего не сделаю. Сделай, пожалуйста. Окей. Ты выиграл. Миглоламафла Верниминьон. Готово. Я все сделал. Убирайся. Я выставлю счет. Да на здоровье. На большую сумму. Иди. Нет, ты иди до тех пор, пока я не перестану говорить «иди». Иди. Ты до сих пор меня слышишь? Хорошо. Что за... С тобой что такое? Шла мышка по шоссе и сосала сушку. Что? Шла мышка по шоссе и сосала сушку. Шла мышка по шоссе... Прекрати. Садись. Не может быть. Радио велосипедатор, бля!